unser gesunder Menschenverstand. Wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Несмотря на то, что сам обычный здравый смысл нам подсказывает, что все совсем наоборот, кто хочет мира, тот должен готовить мир. Lieber Herr Gorbatschow, es war im Sommer 1997 in der Frankfurter Paulskirche erhielten Sie den Preis für planetarisches Bewusstsein. Дорогой Михаил Сергеевич, ребята, тогда произнес Питер Устинов речь очень своеобразную и остроумную. Er sagte damals: Wir ehren heute den mutigsten und bedeutendsten Politiker des 20. Jahrhunderts. Он сказал тогда: Сегодня мы чествуем самого мужественного и самого значительного политического деятеля 20 века. Am nächsten Morgen kamen Raisa und Michael Gorbatschow in meine Fernsehsendung. Michael Gorbatschow sah den Titel meiner Sendereihe und sagte: Hier bin ich richtig. Der Titel hieß Querdenker. На следующий день Михаил Сергеевич Горбачев и Раиса Максимовна пришли ко мне в телестудию, чтобы принять участие в цикле моих передач. Михаил Сергеевич увидел, посмотрел, я по адресу нахожусь. Моя передача называлась «Люди нестандартного мышления». Meine erste Frage damals an Sie hieß: Woher nehmen Sie den Mut und die Kraft für Ihre Politik der Perestroika und Glasnost? Первый вопрос, который я вам тогда на этом интервью для передачи задал, был вопрос, откуда, где у вас берутся силы и мужество для вашей политики перестройки и гласности. Раиса stand hinter der Kamera. Раиса Максимовна стояла за камерой. Und Michael Gorbatschow sagte, indem er mit seinem Finger auf Raisa deutete: Hier steht meine Kraft. Михаил Сергеевич пальцем показал на Раису Максимовну и сказал: Вот моя сила. Abend vorher in der Paulskirche saß ich hinter ihnen beiden. Потому что за день до этого, во время церемонии присуждения вам премии во Франкфурте в соборе Святого Павла, я сидел прямо в ряду зрит beobachtet. И я должен признаться, я все время за вами наблюдал. Und mir wurde klar, wenn eine Frau und ein Mann so gut zusammenarbeiten, wie sie das gemacht haben, dann ist eins und eins immer mehr als zwei. И мне было совершенно ясно, что если... Wie lässt sich Ustinovs Aussage von damals begründen? Как можно обосновать то, что те слова Питера Устинова, которые он произнес в честь вас? Es war Michael Gorbatschow, der die wahrscheinlich größte Gefahr für die Menschheit, nämlich einen möglichen Atomkrieg, damals überwunden hat. Это был именно Михаил Горбачев, который предотвратил самую страшную опасность, нависшую тогда над человечеством, возможность ядерной войны. Vielleicht, Michael Gorbatschow, wären wir ohne Ihren Mut damals heute nicht mehr hier. Вполне возможно, что если без вашего тогдашнего мужества мы сегодня бы здесь сегодня не сидели. Wir wissen, dass wir einige Male nur Glück hatten, dass wir überlebt haben. Мы прекрасно знаем, что несколько раз нам просто везло, и только благодаря этому везению мы выжили. Der atomare Wahnsinn konnte primär durch Ihren Mut und Ihre Politik überwunden werden. Только благодаря и в первую очередь благодаря вас, вашему мужеству и вашей реальной конкретной политике, это ядерное безумие, этому ядерному безумию мог быть положен конец. Im Geiste des großen Pazifisten Jesus von Nazareth war ihre Politik praktizierte Bergpredigt, praktizierte Feindesliebe. Ваша политика была ничем
Любить врага не означает позволять делать с собой все, что ему заблагорассудится. Любить врага означает быть умнее, чем враг. Habe als erster den Mut zum Schritt in eine andere, neue Richtung. Любить врага означает наберись мужества первым сделать шаг в другое направление. Zurzeit erleben wir gerade wieder des Abrüstens. И куда ни глянь, нигде не видно нового Горбачева, нигде не видно того, кто набрал самого мужества первым сделать шаг в другое направление. Nirgendwo neues Denken und erst recht nicht neues Handeln. Нигде, куда ни глянь, не видно нового мышления, не говоря уже о новом поведении. In ihrem Appell an die Menschheit sagen sie, solange es Atomwaffen gibt, besteht die Gefahr eines Atomkriegs. В своем обращении к человечеству вы говорите, пока существует, пока будет существовать ядерный... Und sie fügen hinzu, ein Atomkrieg wäre der letzte Krieg, weil es danach keine Menschen mehr gäbe, die noch einen Krieg führen können. И добавляется к этому, ядерная война будет последней в истории человечества, потому что после нее не останется никого, кто вообще мог бы воевать. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung. Тем не менее, есть еще основания надеяться. Am 7. Juni 2017 haben die Vereinten Nationen in New York ein historisches Abkommen beschlossen. Atomwaffen. Gorbatschow, in den 90ern wäre dieses UNO-Abkommen 2017 nicht möglich gewesen. Без вашей политики в 80-90-х годах, господин Горбачев, это соглашение, это договор ООН никогда не был бы возможным. Sie haben als erster Weltpolitiker 1995 in Reykjavik eine atomwaffenfreie Welt vorgeschlagen. Und erst Barack Obama hat später diese Vision dann wieder aufgenommen. Вы были первым в мире политиком, который еще в 1000... Der jetzige UNO-Vertrag ist ein großer Fortschritt. Договор, принятый ООН, о котором я говорил, это, безусловно, большой прогресс. Freilich, die große Herausforderung besteht darin, dass die Atommächte von heute und die gesamte NATO-Staaten diesen Vertrag nicht unterzeichnen. Однако мы должны иметь в виду, при всем, что сами ядерные державы, и включая НАТО как целиком все организации, не присоединились к этому документу. Aber immerhin, in sechs Tagen, 20. September, soll der Vertrag in der UNO feierlich unterschrieben werden. Notwendig sind 50 Ratifizierungen, damit der Vertrag 90 Tage später in Kraft tritt. Тем не менее, 20 сентября в Нью-Йорке торжественно состоится представление текста этого договора для ратификации. Вторая большая опасность, перед которой мы стоим сегодня, это Третья мировая война против природы. Эту войну мы ведем. Frage ist die Frage des Überlebens der Menschheit. Den Solarstrom in den letzten 17 Jahren verhundertfacht weltweit. Abrüstung ist möglich, Frieden ist möglich, Klimaschutz ist möglich, auch Frieden zwischen Israel und Palästina ist möglich und Frieden zwischen Nordkorea und USA ist ebenfalls möglich, so wie Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Возможно разоружение, возможно мир, возможен защита климата между Северной Кореей и США тоже возможным, так же как и возможен мир между Россией и Украиной. Das atomare Gleichgewicht des Schreckens haben Sie in ein Gleichgewicht der Vernunft transformiert. Вы трансформировали, вы переделали ядерное равновесие ужаса в равновесие разума.
Warum soll uns heute nicht gelingen, was Michael Gorbatschow und Präsident Bush, der kein geborener Pazifist war, vor 20 Jahren, 25 Jahren gelungen ist? Почему нам сегодня не должно удастся то, что удалось тогда президенту Горбачеву вместе с американским президентом Бушем старшим, который, как известно, не был прирожденным миролюбцем? Ihr neuer Weckruf kommt endlich zur Vernunft. Nie wieder Krieg ist ein Weckruf von nationalistischem Denken und von nationalem Egoismus endlich Abschied zu nehmen und das gemeinsame Haus Europa aufzubauen. Ваш новый призыв, эта маленькая книжечка, ваше новое обращение к миру, это призыв расстаться, наконец, с националистическим мышлением и с национальным эгоизмом. И... Das Ende habe ich, Entschuldigung. Vom nationalistischen Denken Abschied zu nehmen. Ja. Dieses Buch. Dieses kleine Buch, lieber Michael Gorbatschow, Ihr Appell, war nach drei Tagen in Deutschland Spiegel-Bestseller. Эта книжка, уважаемый господин Горбачев, по истечении трех дней после ее выхода в свет стала бестселлером в списке журнала «Шпигель». Es ist inzwischen in sieben Sprachen als E-Book erhältlich. Она вышла на семи языках в электронном виде. Und hat nach sechs Monaten bereits sechs Auflagen. И по прошествии всего шести месяцев уже она шесть раз переиздавалась. Also, nicht America first, sondern the planet first. Nicht make America great again, sondern make all people great again. Значит, не лозунг. Globale Perestroika und eine globale Glasnost.